Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И сейчас я вам покажу, как легко сделать вот такие вот стаканчики из вот этих пакетиков для завтрака. Это такой рулончик. Просто одну штучку оторву. Так. Вот так ее расстелю. Я вот уже заготовила такую формочку. Я постоянно вот этой формочкой делаю себе такие стаканчики. Это даже не помню, от чего это. По-моему, от таких же каких-то большой пачки пакетов вот таких было. Можно взять какую-нибудь пластиковую бутылку обрезать или банку из-под пива. Ну, вот что-нибудь такое, что вам подходит. Вот мне подходит именно вот такая форма. Узенькая и такая высокая. Вот я ее и храню, вот эту штучку. Так, я ее вот так вот положу на самый край пакета. И такую колбаску из нее буду накручивать. И тем временем одной рукой накручиваю, а другой вот этот конец этого пакета подгибаю. Так, чтобы получилось дно образовалось. Все, и вот так вот до конца его довожу. Вот, и скреплю его скотчем. Можно не скреплять скотчем, но я все-таки скрепляю, потому что я часто переставляю туда-сюда эти стаканчики. Поэтому, чтобы мне было надежнее, я скрепляю всегда, чтобы быть уверенной, что ничего у меня не просыпется. Вот такая вот получилась штука. И прямо сквозь вот эту трубу я земельки насыплю туда. Вот, теперь я чуть-чуть, чтобы подцепить краешек. И вот так вытаскиваю. Вот получился стаканчик вот такой формы. Практически из подручного материала. Не надо специально ничего покупать, никаких емкостей для рассады. Можно вот так накрутить себе таких, каких нужно. Потому что рассада у нас, вот особенно цветов, бывает всякое разное. И мелкая, и крупные саженцы. Нужны и такие маленькие стаканчики, и побольше, и средненькие. В общем, вот можно подобрать для себя любые размеры. Так, я ее немножко полью. И туда я сейчас посажу огурчики. У меня они уже проросли. Надо их определить на место сразу. Вот так. Так, огурчики у меня проросли. Я вам уже показывала в таких губках. Вот они прекрасно здесь проросли. Вот они. Я их отсюда достану и поселю в эти вот штучки. Так, мне нужно 6 на эту тепличку, 6 штучек. Я какие-нибудь из этих, ну, которые первые попались, я их возьму. Все огурчики прямо 100% зашли в этой губке. Это вот вторые сутки. Прямо хорошо, замечательно. Так, сейчас я немножко дырочку здесь, как обычно. Я карандашом, мне удобно делать их. Туда помещу семянки огурчиков. Вот так вот. Глубоко не надо, чтобы они моментально пролезли. Я их вот так слегка. Вот этим корешочком вниз. Это вот этот росток, это корешок вниз. И они как раз у меня хорошо пойдут сразу, буквально день-другой. И они уже появятся на поверхности. Вот так удобно. И проращивать в губках удобно. И вот такие стаканчики слеплять своими ручонками удобно. Ну вот все, чуть-чуть сверху земельки, чтобы она их покрыла. И вот так замечательно. Пророщенные семена огурчиков, ну или даже цветов любых, хорошо помещать уже в такие вот рассаднички. Потому что ты уже знаешь, что там у тебя взошел и растет. А бывает так, что посадишь, и земле некоторые не всходит. И занимает только зазря место пустой стаканчик. А тут уже все ясно. Все у нас будут расти, и все будет хорошо. Если вам понравилось, ставьте лайк, как всегда, и подписывайтесь на наш канал.